Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Как объяснить такое явление? Общалась на протяжении нескольких лет с тремя парнями. Привязанность и симпатия была, можно сказать, ко всем в равные силы. Но вот двое из парней мне ни разу не снились, а прийти много раз и до сих пор бывает. Даже с учетом, что мы не общаемся, никаких эмоций к нему я не испытываю на данный момент. Ну, интересно, что вот вас интересует и волнует вот это, а не то, например, почему, допустим, ну, вам как-то вот сложно или не получается, да, ну, построить отношения, например, да, с, допустим, ну, с мужчинами, да, то есть вот интересно, а этот момент, почему вас интересует, не интересует, как будто бы не интересует. Вот, что касается ответа на вопрос, который вы задаете, вот, то, на мой взгляд, значит, дело здесь заключается в том, что человек просто вызвал у вас, ну, наиболее такие, может быть, сильные чувства. Вот. То есть это мы могли этого даже не заметить. Вот. Я вот такой момент могу сказать. То есть вам может казаться, что все то же самое, вот. А на самом деле вот человек вас как-то вот зацепил, да, задел куда больше, куда сильнее. Вот, здесь все на, ну, на ассоциациях, конечно, простраивается, да, то есть на импринтах, вот, простраивается тоже, вот, то есть, вот насколько человек, да, как-то вот, ну, откликается нам, вот, на наши, ну, какие-то проявления, да, вот, насколько человек чувствуется нами и так далее. Поэтому вот, все равно, даже если вы говорите о том, что ко всем вы испытывали одинаковые чувства, да, то все равно, ну, кого-то вы все равно выделяете. Невозможно не выделять кого-то. Вот. И вы выделили для себя, вы выделили вот по-видимому этого человека, вот, и, собственно, поэтому он вам и снится, вот, потому что, с ним у вас, значит, связаны какие-то вот, ну, потребности.
ваше собственное. Вот. То есть чего-то вам хочется, и когда вам хочется, вот сознание вам подсказывает, что вот этот человек лучше всего подходит, ну, для реализации ваших желаний, вот, и так далее, вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. И само собой, что если у вас ну, как-то вот не получается, да, ну, выстраивать отношения с мужчинами, то есть если есть вот какие-то проблемы с этим, то вот, значит, психолог вам может помочь в этом вопросе. Вот. Психолог может помочь вам разобраться в своих ощущениях, вот, в том, что вам мешает построить отношения, да, мешают вам выстроить такие взаимодействия, которые вам хотелось бы. Вот это будет, на мой взгляд, всяко продуктивнее, вот, нежели чем то, что вы предлагаете сделать сейчас, да, вот. Вот так вот, на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам было это интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.